Китайские граждане начали массово подавать судебные иски на бывшего генерального секретаря китайской Компартии. Дзян Зиминя обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности. Все истцы – приверженцы Фулуньгун, древней системы совершенствования. Именно Дзян Зиминь в 1999 году развернул крупномасштабные репрессии этой многомиллионной мирной группы людей в Китае. Несмотря на то, что незаконные аресты и пытки продолжаются по сей день, в мае на Дзяна было подано не менее 70 судебных исков. Об этом сообщается на портале minhui.org, который подробно документирует случаи преследований последователей Фулуньгун. Согласно полученным данным, судебные иски поданы в 16 провинциях и муниципалитетах Китая. На сайте также приводится список истцов с указанием их возраста, профессии, места проживания и пыток, которым они подвергались во время незаконного тюремного заключения. Все они сообщают, что подверглись преследованию только за свои духовные убеждения. Фулуньгун – это древняя китайская медитативная практика, основанная на принципах истины, доброта, терпения. Практически в каждом исковом заявлении приводятся следующие формы репрессий. Многочисленные несанкционированные аресты, конфискация ценного имущества во время обысков, заключение на длительные сроки без решения суда, а также разные виды пыток, которым подвергались приверженцы Фулуньгун в тюрьмах, лагерях, психиатрических больницах и так называемых центрах промывания мозгов. Из других источников также стало известно, что по меньшей мере 5 человек, которые подали эти иски, были арестованы полицией. По данным международных правозащитных организаций, Фулуньгун – самая большая группа узников совести в Китае. Число последователей достигает 100 миллионов человек. При этом правящая Компартия осуществляет репрессии других групп населения, в том числе тибетцев, уйгуров и последователей домашних христианских церквей. Фулуньгун широко распространился по всему миру. По этой системе свободно занимаются более чем в 110 странах.